конце апреля главная площадь Ульяновска была переименована. Площадь Ленина, которая носила это название последние 78 лет, стала соборной. Однако к вопросу наличия в Ульяновске площади имени вождя мирового пролетариата вернулись довольно скоро. Описывать роль и место Владимира Ильича Ленина как в мировой истории, так и в истории нашего края не имеет смысла. Поэтому общественная палата выступила с инициативой вернуть площадь Ленина. Правда, уже в другом месте. Мы озвучили второе предложение. Ну, раз так решило наше население, давайте мы тогда рассмотрим второй вариант сохранения площади Ленина. Это переименовать площадь Столетия со дня рождения именно Ленина, тем самым и укоротив название, сделав его удобным, площадь Ленина. Так как история с площадью Соборной вызвала немало споров, новые изменения, по словам общественников, помогут уравновесить пожелания всех заинтересованных сторон. Я думаю, что инициатива переименовать площадь Столетия в площадь Ленина, она довольно конструктивная, поскольку даст возможность уравновесить какие-то противоречия, и чтобы осталась и площадь Ленина, и площадь Соборная. Обращение с просьбой переименовать площадь Столетия Ленина в площадь Ленина уже направлено в городскую администрацию. Документ подписали представители главных ульяновских национально-культурных автономий. В Ульяновске своя площадь имени Ленина, конечно, должна быть. Но коль ее переименовали площадь Соборную, я думаю, что самое время, место, площадь у нас есть еще столетие со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Я думаю, что эту площадь достойно будет носить имя Владимира Ильича Ленина, нашего великого земляка. Ну, Ленин для нас, он как бы символ нашего региона, он должен носить просто площадь имени Ленина. Не столетие Ленина. За это я подписал, и на этом я стою, и на этом я мое предложение, что просмотрела Дума наша городская. Ну, я думаю, это очень мудрое решение. Теперь, когда у нас есть Соборная площадь и площадь столетий со дня рождения Ленина, конечно, это очень мудрое решение переименовать площадь столетий со дня рождения Ленина в площадь Ленина. Переименование площади позволит создать целый ленинский комплекс. Вокруг площади расположены места, так или иначе связанные с именем нашего земляка. Это и первая гимназия, где учился маленький Володя Ульянов, и педагогический университет имени его отца Ильи Николаевича, и, конечно, сам ленинский мемориал. Вот именно площадь Ленина, рядом мемориал, мемориальный комплекс, рядом педагогический университет имени Ильи Николаевича Ульянова. Не очень далеко школа-гимназия, в которой учился Владимир Ильич Ленин. И все это соединяется в комплекс, и логично его назвать, конечно, площадью Ленина. Площадь Столетия со дня рождения Ленина появилась в Ульяновске в 1970 году. Тогда она стала частью архитектурного ансамбля, созданного к юбилею вождя мирового пролетариата. Дарья Сударева, новости Ульяновской правды.